Всем привет! Меня зовут Федорук Валерий, мне 37 лет и я сквошист. От слова сквош. Расскажу вам немножко о себе. В этом году будет ровно 13 лет, как я начал играть в сквош. За это время я 4 раза становился чемпионом Украины, был чемпионом Европы в составе нашей сборной в 3-м дивизионе, и я все еще играю в профессиональный сквош. На данный момент я занимаю 241-ю строчку мирового рейтинга. За все эти 13 лет я познакомился со многими игроками в сквош и участвовал в огромном количестве соревнований в разных странах мира. И могу точно утверждать, что сквош по всему миру развивается. Но с другой стороны, и я говорю это сейчас со 100% уверенностью, сквош все еще остается полной неизвестностью. Подчеркиваю, полной неизвестностью для многих людей. И мне это обидно. Птичку жалко. Именно это и побудило меня создать свой YouTube-канал, в котором я буду вам показывать и рассказывать, что и как происходит со сквошем в Украине и в целом по всему миру. Да, и наверняка многие из вас сейчас думают, почему я, снимая ролик о сквоше, нахожусь сейчас на теннисном корте. Вот его я вам весь сейчас показываю. Ответ довольно-таки простой. Во-первых, тем самым я респектую перед большим теннисом, так как благодаря ему около 2 века назад в Англии была рождена эта новая игра под названием сквош. Ну и во-вторых, все еще есть люди, которые путают, что сквош и большой теннис – это один вид спорта. Но на самом деле вы-то уже знаете, что это 2 разных вида спорта. Well straightened under pressure there from Marsh. What a finish. Well, listen to that. И, конечно же, конкурс, как же без него. Хоть я и начинающий блогер, скажем так, призы у меня уже есть. Итак, вопрос следующий. Напишите, пожалуйста, в комментариях ответ на следующий вопрос. В каких городах Украины есть сквош, либо сквош-корты, скажем так? Первые 10 человек, которые угадают правильный ответ, получают от меня призы. Гоу-гоу-гоу, проверяем, где, что и как. Это было мое интродакшн-видео. Всем пока, увидимся уже совсем скоро в городе Одесса, где будет проходить большой международный турнир по сквошу. И если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Название моего канала «Чемп».